Новости. В прошлом году в администрацию Ставрополя поступило больше 10 тысяч обращений и просьб от жителей города. В основном все они касались социальных и коммунальных тем. Много вопросов задавали о ярмарках выходного дня, а точнее даты их проведения и мест расположения. Не все жители города могут найти такую информацию заранее. И несмотря на то, что сегодня в Ставрополе это один из самых эффективных способов реализации продуктов напрямую, в этом году первая ярмарка пройдет 2 марта по адресу улицы Доваторцев, 13. К слову, в прошлом году такие ярмарки посетили больше 50 тысяч горожан и приобрели порядка 400 тонн продукции. 3 миллиона рублей. Всего с учетом других операторов проведено 227 ярмарок. Это на 66% больше, чем в 2018 году. Более 50 тысяч горожан смогли приобрести на ярмарках продукты питания на 10-20% дешевле, чем в розничной торговой сети. Рекламы ярмарок в городе мало, а вот незаконной, наоборот, слишком много. На заседании у главы города также подвели итоги борьбы с навязчивой рекламой на фасадах зданий. В Промышленном и Ленинском районах удалось демонтировать большее количество конструкций, а всего по городу удалось разобраться с 60% незаконной рекламы. Задача на следующий год – полностью закончить эту работу. Результатом проведенной работы в период с 1 января 2018 года по 15 февраля 2019 года осуществлен демонтаж 1647 элементов информационного характера с фасада здания. Составлено 265 административных протоколов за нарушение требований правил благоустройства. За период 2017-2018 года Комитетом градостроительства в арбитражный суд Ставропольского края подано 16 исковых заявлений о приведении фасада здания в соответствии с требованиями. По результатам рассмотрения дел судом вынесено 8 решений об удовлетворении требований Комитета градостроительства и одно решение об отказе от удовлетворения иска. Глава города Андрей Джадоев оценил работу комитета в целом положительно, но дал указание не сбавлять темпы и продолжать активную работу по своим направлениям. Алексей Кравченко, Никита Чуб, АТВ Ставрополь.